Етить джигурду за пятку! Это же гигантский крипер! Всем привет, с вами Фрост, и сегодня у меня просто супер мод, который позволяет сделать себя очень маленьким или просто очень огромным. Ну что ж, сейчас мы немного подрастем и начнем. Данный мод добавляет два вида зелий, которые позволяют нам уменьшиться или увеличиться. Все работает по стандартной схеме. Сначала бутылка вода плюс адский нарост, и мы получаем стандартное зелье неловкости или неуклюжести. В разных источниках это называется по-разному. Для зелья уменьшения добавляем серый гриб, а для увеличения добавляем красный гриб. Кстати говоря, все зелья также можно при помощи редстоуна продлить время их действия, и при помощи серы сделать из них бомбочки и увеличивать мобов или уменьшать их. Огромная курица, огромный крипер, огромная овца. Это же просто отлично! И также этот мод предусмотрел небольшое дополнение, которое позволит при помощи шерсти уменьшаться или увеличиваться в два раза. При помощи пурпурного мы увеличимся в два раза, а при помощи бирюзового мы уменьшаемся в два раза. И в таких условиях, то есть в таком размере, мы можем делать все, что может делать обычный игрок, и носить доспехи. А в остальных, то есть если мы станем еще меньше или еще больше, мы будем ходить без брони, потому что она просто с нас слетит. Ну что ж, перейдем к первому зелью. Оно у нас уменьшающее. Я возьму подольше, которая на 8 минут, и в креативе можно увеличиться при помощи кнопки R или уменьшиться при помощи кнопки F. Вот мы становимся самым маленьким, и теперь мы можем проходить в полблока. Это просто отлично, теперь мы можем сделать потайной ход, чтобы выходить из дома незамеченным, в который не сможет пролезть даже уменьшенный монстр. И первое, что может делать наш герой, который уменьшился 8 раз, это он может стать парашютистом. Берем в руки листок бумаги, и мы можем летать как с парашютом, ну или с парапланом. Также мы можем запрыгивать на один блок, ну точнее, если с разбега можем запрыгнуть, а если не с разбега, можем закарабкаться на блок, с которого стоит из любого материала. А по листе мы можем карабкаться сколько угодно, то есть в маленьком состоянии мы теперь можем по ней лазить. Это же просто отлично. Вот сейчас я попробую на нее залезть. Надеюсь, у меня это получится. И, кстати говоря, во время дождя мы тонем. Медленно тонем. Но просто сейчас я в креативе, когда самый маленький человечек бегает, он медленно начинает тонуть под дождем. Ну что ж, я избавился немного от дождя. Не люблю дождик, и от него становится немного подлагивать. Вот мы можем запрыгивать и карабкаться. Это же отлично. Просто отлично. Кстати говоря, мобы в таком расстоянии, в таком маленьком состоянии нас игнорируют. Ну, конечно, если мы не будем сами их агрить, тогда они нас очень-очень быстро убьют, потому что в таком состоянии мы очень маленькие, и мобы нас убивают буквально с одного раза. Разве что только скелету будет тяжело в нас очень попасть. И мы также дольше едим, дольше пьем, но и нам нужно гораздо меньше еды, чтобы наесться. В уменьшенном состоянии мы не можем пользоваться пластинами, не можем открывать блоки и не можем нажимать кнопки. Но в этом нам поможет, например, меч, которым можем дотянуть сюда кнопки и открыть дверь. Ну что ж, все для маленького человека. Теперь мы вырастем. Воу, вот такой вот мы теперь огромнейший, здоровый, такой как великан, точно, вот такой вот. Просто огроменный. Мы становимся очень сильными. Радиус, до которого мы можем достать рукой, становится просто огромным. Кстати говоря, оружие и кирка, которые мы будем махать, работает гораздо быстрее, но и ломается также гораздо быстрее, потому что мы, наверное, слишком сильно ее держим. Она просто трещит в наших сильных мускулистых руках, потому что мы становимся очень сильными, быстро бегаем, далеко прыгаем. И также мы не можем пользоваться кроватью. Но мы можем в уменьшенном состоянии пользоваться кроватью, а в большом мы просто не уберемся на эту кровать. И не можем пользоваться лодками. Но какие нафиг лодки? Нам нафиг не нужны лодки. Мы море пешком перейдем быстрее. Вот и все. И теперь мы перейдем к уменьшенным или увеличенным мобам. Кстати, забыл сказать, действие всех зелий можно прервать, ну, то есть обнулить при помощи ведра молока, так же, как и обычные зелья.
Итак, увеличенные и уменьшенные мобы, например, уменьшим крипера. Ладно, самим не умею. А, я тоже уменьшился. Нет, увеличивайся, увеличивайся. Ух ты, какой маленький крипер. Хочешь меня взорвать, да? Какой ты миленький. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Такой же маленький, такой же злой. А-а-а, что как мало-то взорвал, а? Сейчас мы немного назад вернемся в прежнее состояние. Так, не надо увеличиваться. Паук. Что, паук, хочешь быть большим? Я знаю, хочешь. Контроль этот остров. Не пускать никого, не упускать. Давай, пошел понять задачу. Смотри мне, когда с тобой разговариваю. Пошел за работу. Итак, теперь мы увеличим овцу. Это просто отлично, потому что с овцы теперь можно собрать очень много шерсти. Например, я смог собрать где-то 20 шерсти с одной овцы. Это очень классно проработали. У, овца, не задави меня. Кстати, когда мобы огромные, они могут нас задавить. Так же, как обычные мобы могут задавить, когда мы маленькие. Стой, овца! Стой, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. А ну стой, стой. Не дави мое дерево. Да стой ты! Опять обкорная. Видите, она стрижется теперь не с одного раза, а много-много. Дай мне всю шерсть. И жрет тоже очень много. Ну-ка, сколько? 5. Че, как мало? Ты че, оборзела, что ли? Ну, умри. Сказал, умри, мало шерсти дала. Мало. Плохая овца. Ну, как я уже говорил, мне удалось собрать с одной овцы до 20. Но, может быть, это очень редко бывает, но не знаю. И теперь мы можем увеличить так любого моба, совершенно любого. Даже Гаста, наверное, можем. Я, правда, не пробовал, но я думаю, тоже можно его увеличить или уменьшить. Воу, курица! Курица, огромная курица! Ты снесешь мне огромное яйцо размером со страуса. Гордая, непокорная курица. Дай мне яйцо. Ну ладно, пока я жду, пока мне курица снесет огроменное яйцо, из которого я сделал себе огроменную яичницу. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Фрост. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Что? Ты думаешь, ты самый большой? Ну смотри на меня. Смотри на меня, я тебе сказал! Кто теперь здесь больше? Ничтожество.